Спасибо, что живой с самого утра к телеканалу, где работал Бабченко, киевляне приносили цветы, перевязанные черной лентой. Но в один миг скорбь сменилась ликованием. Коллеги и друзья Аркадия Бабченко не могли сдержать эмоции и поздравляли журналиста уже с третьим его днем рождения. Я очень-очень рада, сейчас немного в шоке. Мы надеялись, что оно не так, потому что были некоторые там вопросы, но все равно сердце замерло. Ну, представляете, у нас вчера мы похоронили друга, мы сегодня ему цветы возлагали, а сейчас уже, блин, мы вчера пили с несчастья, сегодня пьем счастье. Это невероятно. Я просто отслеживала работу Бабченко еще, скажем так, достаточно давно. Он должен жить.